Добрый день, меня зовут Сергей Мартынец, и я нахожусь в Польше на лидерском семинаре от компании DuoLife. И у меня для вас несколько новостей. Ну, первое то, что буквально несколько дней назад мы с супругой закрыли новую квалификацию в этой компании. Конечно, мы к этому шли, и это только начало. Вот, но это уже лидерская квалификация, у нас команда растет. И 4 месяца назад мы приехали точно на такое же событие, это был 9-й ЛДС. Мы приехали с женой для того, чтобы разобраться, что это за компания, да, потому что мы имели определенный опыт, но были очень много вопросов, были сомнения, и поэтому мы приехали сюда. Все, что мы увидели здесь за эти 3 дня, нам показало, что мы должны сотрудничать с этой компанией, поэтому мы полностью все бросили, начали заниматься DuoLife. Сейчас мы приехали сюда, уже нас 14 человек с Украины, да, и я уверен, что на следующий ЛДС нас будет больше. Что же такое DuoLife? Я вам предлагаю разобраться, но одним из важных факторов то, что здесь в центре внимания человек, и развитие ставится на большой такой уровень, да, потому что здесь компания DuoLife предлагает обучаться у профессиональных тренеров. И это не просто лидеры, которые пришли, там, такие же партнеры, как и мы, да, это тренера, которые в Польше являются, ну, скажем так, одними из лучших. Их тренинги обычно стоят больших денег, а здесь специально для клуба DuoLife они делают очень такие хорошие условия. Сюда сегодня приехали со многих стран люди на эти 3 дня, чтобы принять опыт, чтобы научиться командообразованию, лидерству. И то, что происходит здесь, я не видел ни на одном семинаре, это мне очень понравилось. Я, конечно, очень хотел бы еще попасть на семинар Энтони Робинсона, но я думаю, что те знания, которые даются здесь, это что-то похожее. Вот, что хочу сказать. Ребят, если вы наблюдаете за DuoLife, если вы ищете новые возможности, если вы впервые слышите эту компанию, разберитесь, поищите в Гугле. Вы можете обратиться ко мне или к партнерам DuoLife, чтобы вам дали больше информации, рассказали о продуктах DuoLife, да, потому что это нечто другое, то, чего на рынке, в принципе, еще не было. Компания постоянно развивается, постоянно добавляет новые продукты, новые программы развития. У них классная автопрограмма, мы сейчас уже сделали эту квалификацию. Буквально через месяц-два у нас появится новенький Range Rover. И что хочу вам сказать, не упускайте возможности, разбирайтесь, задавайте вопросы, ставьте все под сомнение. Для того, чтобы развеять эти сомнения, мы как раз приезжаем на вот такие события в сердце компании, чтобы посмотреть, что это такое. Да, потому что пройдет 5-7 лет, и вы можете просто пожалеть о том, что не рассмотрели эту возможность. Вот у меня все. С вами был Сергей Мартынец. До скорых встреч.